Здравствуйте, ребят. Только что закончил рассаду садить ранних помидор. Там купили на рынке. Ну, это на том канале. Кому интересно, перейдете, посмотрите. Вот. А вчера мы посадили... Я вчера экспериментально думаю, посажу-ка я 4 вот луночки своих помидоров. Ну, тех, что у нас рассада. Ну, как видите, все нормально. Думаю, и сейчас вот вынес тоже в ящички. Вот насобирал, вынес, и надо сейчас... тоже посадить. Ну, в этом году мы так решили, посоветовались, и я решил, что будем садить не так, как раньше садили грядки, ну, такими корыцами, грядками, ну, как, ну, кто его знает. Ну, в общем, решили вот так вот сажать. Вот видите, сейчас беру помидорку, вот, допустим, вот. Луночки я приготовил, здесь вот так вот. Выкапываю. Видите, уже вот корешки вот пошли уже все. О, внизу хорошо все. Вот так вот. Завалился, да? Ну ничего страшного. А сейчас я так вот подопрю. И теперь аккуратно. А тут что получилось, луночка для полива. Вот так вот. И пока ничего не удобряю, я ничего не делаю, потому что пускай проживается. А потом дальше будем уже смотреть, и что и как. Вот так вот. Поливаю. Хорошо, обильно поливаю, чтобы влаги хватило. Ну и сейчас подожду я, пока вода в это усядется. А я сейчас палочку сюда так поставлю. Потом. Оп! Вот так. Чтобы потом можно было этот помидорка, как он будет расти, а я буду его привязывать. Это у нас помидорки называется этот самый, как его, Киевский 139. Тоже ранний сорт помидор. Вот так вот. И сейчас еще один вот возьму. Тут сколько у нас? Два, да? Два помидорка. Сейчас луночку накапываю. Так вот раз вот между пальцами. Хоп, и обжимаю так легонечко, обжимаю. Постучал вот так вот. И вон, хоп, и все. Видите как? И вот сюда его ставлю. И теперь земелечко так. Земелечко присыпаю, чтобы он ровненько у нас стоял. Вот. И теперь я поливаю обильно. Вот, и хорошо. Ох, опа, завалился, да? Ну, ничего страшного. А сейчас я вот так вот подопрю. И теперь беру вот так вот палочку-то. Ну, и сюда палочку втыкаю. Оп. И сюда тоже палочку. Все. Так вот земелькой сухой присыплю, чтобы... А то, видите, вчера он полил сверху, а так оставил, и земля растрескалась. А сейчас я так вот возьму, просыплю, и это надолго этой влаги хватит. Ну, а как и что будет, что будет дальше мы с этими помидорками делать, это уже будет потом. А пока я сейчас работаю, чтобы не отвлекать, вам всем благодарим вас всех за внимание, желаем крепкого здоровья, до свидания.